синем углу, Иркутская область, город Усть-Илимск. Ему 193 сантиметра, вес 77 килограммов. У него профессиональный дебют, он многократный чемпион города Усть-Илимск. В армии с рука пошла в бой, двукратный чемпион Иркутской области по кикбоксингу. Пятикратный чемпион Иркутской области по ушу-сальда. Двукратный чемпион Сибирского федерального округа по ушу-сальда. И обладатель черного пояса по ушу-сальда. Ваши аплодисменты, Тарасенков Александр! В красном углу ринга, Республика Бурятия, город Улан-Удэ! Его рост 180 сантиметров, вес 77 килограммов. Его профессиональный рекорд 3 боя, 1 победа и 2 поражения. Он мастер спорта по боксу. Многократный чемпион Республики Бурятия по боксу Комаров Николай! Итак, инструктаж от рефери. Правила гонки мы нарушаем, мы профессионалы. Меня слушаем внимательно, по команде стоп, бой прекращаем. Руки пожали, по углам. Итак, у Комарова Николая желтая карточка, что он не вошел в свою весовую категорию. Работает. Верхний работает. Разрешит, Валя!
Да она болевой почти вышли. Да я бы понял. Ой, что? Все, 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 давай, не спорь, не спорь, не спорь, вставай, все, 9 дней, все нормально. Все. Итак, друзья, здесь должны быть ваши громкие аплодисменты! Время остановки боя 3 минуты и 30 секунд. Нокаут! Одержал победу Комаров Николай!